Здоровья, удачи и успехов. Глава региона Алексей Русских сегодня отмечает 56-летие. Чего желают горожане губернатору, смотрите далее. Вы знаете, в день рождения принято желать. Правильно? Поэтому я желаю добрейшего здоровья, всех исполнений мечт, надежд. И да пусть благословенна будет земля русская. Счастья, здоровья и исполнение задуманного по благоустройству города и вообще по улучшению ситуации в регионе. Ну, желаем счастья, здоровья, всего хорошего, чтобы наша Ульяновская область процветала, чтобы тут все было красиво. Ну, также здоровья, долгих лет жизни желаю, чтобы процветала наша область с ним. Ну, наш губернатор молодой. И у него вся жизнь впереди. Я думаю, что он сможет реализовать все свои, я не знаю, задуманные. Желательно, чтобы он реализовал все это в Ульяновской области, чтобы наша область была, ну, по крайней мере, в лидерах. Того, что он сам, конечно, желает. Мы не можем залезть в голову человека, соответственно, его мысли мы не знаем. Ну и, конечно же, да, здоровье, потому что его не купишь, не возьмешь в аренду, в кредит. Так что пусть бережет себя и не устает.